Рязань – один из древнейших и красивейших городов России. Сегодня это не только красивый город, а также крупный научный, военный и промышленный центр. Вот о последнем мы и хотим поговорить. На Рязанщине сконцентрировалось множество компаний, каждая из которых производит важную и очень нужную продукцию. Тут тебе и нефтеперерабатывающие предприятия, и кожаный завод. Здесь делают теплоизолирующие материалы, битум, аккумуляторы и много чего еще. А как обстоят дела с экологией? Заботятся ли о ней владельцы предприятий, которых приютила рязанская земля? Анализ публикаций и социальных сетей показал, что рязанскую нефтеперерабатывающую компанию обвиняют в загрязнении реки Листвянка. А в ходе проверки завода «Техно» было зафиксировано не только превышение нормативов предельно допустимых выбросов, но и нарушение систем экологического контроля. Экологический аудит кожаного завода показал, что фактические выбросы оказались намного выше заявленных в паспорте объекта. Люди, чьи дома находятся неподалеку от других местных производств, часто жалуются на ядовитые сбросы и загрязнение атмосферного воздуха. Но как такое могло случиться в 21 веке, в эпоху высоких технологий и строгого технологического контроля? Команда проекта «Экорейд» отправляется в Рязань, чтобы лично осмотреть предприятия земли и воздуха, произвести заборы лабораторных проб и представить актуальную информацию об экологическом состоянии промышленных объектов. Если вы обладаете информацией о возможных нарушениях, располагаете фактами загрязнения окружающей среды, знаете о нарушениях технологических процессов, пишите нам в редакцию. Конфиденциальность гарантируем. Мы проверим всю поступившую информацию и вместе с вами докопаемся до правды. Не пропустите!